Ребята, всем привет! Сегодня мы играем в игру, которая называется Holy Purge. Это что-то типа фазмы. Надо вот так, да, включить, чтобы дождик капал. Что-то типа фазмы, короче, нужно экзорцировать, спасать людей, изгонять нечисть, все такое прочее. Тут Олег сидит вот недалеко где-то. Олег! Да, всем привет, это Олег. Я, короче, знаешь что, я вот выбираю карту Village. Потому что да, мне... Да, давай, все равно мы не знаем, какая это карта. Мы все равно не знаем, как играть, во-первых, да. Во-вторых, мы не знаем, что за карта. Но мне кажется, что на открытом пространстве будет чуть более... Чуть менее страшно, чем в квартире. Там есть еще дом, типа. Он по трейлерам стрёмный. Да, он по трейлерам стрёмный. Нам, короче, написал разработчик, говорит, поиграйте, пожалуйста, в мою игру. Мы такие, ну ладно. Все, я стартую игру, погнали. Погнали. Мы с тобой выглядим одинаково почему-то. А может быть, кстати, можно кастомить только, если ты чего-то добился в этой игре? Ну, может быть, там как три минимум... О, мне уже достижение могу, дали, мне достижение дали. Какое? Мне нет. Наши посевы пропали, и скот пропал, люди умирают, это место проклято самим дьяволом. В лесу бродит зло. А как люди пропали? Вон они висят. Люди теряют надежду. Некоторые лишь решили покинуть деревню и попытать счастье в лесу. Но до следующей недели идти несколько недель, и там, в общем, страшные монстры. Ты должен снять заклятие ведьмы. А будет туториал какой-нибудь? Говорят, кого-то отправили на помощь, и что они уже и близко. Я молюсь, чтобы оставаться сильной. Окей. Let's go and protect God's children. Так, unite holy forces to purge darkness from this village. Нам нужно объединить свои... О, здравствуйте. Объединить свои силы, чтобы спасти жителей. Так. Вот здесь есть инвентарь. Таб. У меня ничего нет в инвентаре. А что вот это... Ой. Так, о, у меня подсказки. Значит, нажать Х, там будут цели. Демонам нельзя навредить. Используйте святой крест, чтобы его замедлить. Бежите или найдите укрытие. Да подожди, я не дочитал. Я не дочитала типсы. Что это такое? Фонарь. Смотри, пикап лентерн. У меня теперь есть... Опа! Он так смешно. Он так смешно его держит. А я его забрала, а теперь у меня. Вот, смотри, в руке держу. Ну ладно, у меня крест. Я тебя тыкаю фонарем. Что там написано? Press F to pay respects. Так, это нашим смелым святым братьям. Вам нужно работать вместе, чтобы победить сущность и остановить зверей. Главная цель — это избавиться от темной энергии, которая поглощает деревню. Это можно сделать с помощью древнего ритуала, в котором присты используют серебряные кресты и... что-то там с ними делают, короче, чтобы черную энергию изгнать из этой местности. Помните, что этот демон очень опасный и будет делать все, что в его силах, чтобы вас остановить. Вам нужно, в общем, верить в то, что все получится. Будьте осторожны, и да благословит вас Господь. У меня еще на цифре 1, видимо, крест, да? Да, он достает. Ага, а как мне включить... А фонарь? Oil lamp. А как мне взять фонарь? Я выкинула, по-моему, фонарь. Забрала фонарь. Как менять предметы в руке? Ты куда ушел? Эй, ты где? Ты на север пошел или на юг? Я Олег! Я не знаю, я куда-то пошел бегать. Ты пошел бегать? Я пошел направо. Направо? Там костер. Я тоже пойду тогда направо, это юг. Да. Мне нравится курсорчик. О, здесь женщина какая-то. Ты видел женщину? В костре? Да. Да, видел. Ведьмица. У меня страшные звуки в ухе. Добро пожаловать... Ой, ой, ой! Тут какая-то... Меня дамажит. Я уже съеду. Меня дамажит. За мной... Покажи ему крестом помахай. Да я... О, о, о. А где моя ХП? У меня есть ХП?
Надо бежать и прятаться, говорили. Демона нельзя убить, ты помнишь? А как бежать и прятаться? Он за мной бежит. Что делать? Ну, маши у него крестом и прячься куда-нибудь. Все, он улетел. Цели обновлены. Читайте записки на H, на H. Читайте записки, найдите ключи, разблокируйте ритуал. О, у меня крест какой-то. Ты видишь горящий крест? Где горячий крест? Горящий крест, оранжевый такой, на домике. А, оранжевый, да, видел. Наверное... Я туда еще не ходил. У меня крест горит. А, за мной опять бежит штука! Повелеваю тебе величием Христа. Изыди, секта дьявольская. Короче, крест загорается, когда рядом вот эта херобора. Все, все, все. Я спряталась в доме. Записочка. Читаю. Пропавшие куры. Это все снова началось. 3 дня назад мы потеряли нескольких кур, а сегодня я потерял дюжину. Мы не можем найти их в деревне. И из-за этой внезапной потери нам, возможно, нечем будет кормить наше комьюнити зимой. Наверное, кто-то наложил заклятие на наш город, но кто? Нам нужно молиться. Я думала, сейчас скажут, найдите всех кур. Я нашла Hell's Drink. О, я нашла... Ой, я нашла какого-то чувака. Я нашла... Живого? Я нашла ключ. Да. Получено достижение Holy Healers. Ты вылечил кого-то? Не знаю. Но тебе дали достижение. Точнее, мне дали достижение. Так, короче, смотри. Я нашла хилку. Я у нас цель поменялась. Надо найти пещеру ведьмы. Если ты нашла ключ... Я нашла ключ от пещеры. Там будет пещера ведьмы. Хорошо, а где крест? Ну, где горит. А, это отметка, да? Все понятно. Да, это, наверное, пещера ведьм. Все, бежим. Ой, у меня крест загорелся, это значит... Это он рядом, херобора это он... Да-да-да, херобора рядом. А он убежал. Ты понял, как он используется? Надо на кнопку зажать. Ну, да. Кнопку зажать, он читает, это... молитву. А зачем на... О, куры! А говорили, пропали все. Это самое, зачем нам в пещеру ведьм, блин? Сколько, интересно, здесь миссий идет? Я поставила самый вообще новичковский уровень из всех новичковских уровней. Так, дай-ка я проверю, запись идет у меня, да, идет, все нормально. А демон это просто дымок? Я думаю, да. Как в Лосте. Помнишь, там был дымок? Так, Майнерс Кейв. Все, я нашла кейв. Все, у меня забрали ключ. Давай ты тоже сюда придешь, мы вдвоем пойдем, потому что мне страшно. Ну, я пришел в пещеру. О! Вот фонарь как можешь взять. Я почему не... А вот, все. Такое ощущение, что это ты выключил колокола. Что-то бежит! Ты слышишь? Это, наверное, демон. Блин, мне тоже, кстати, начало. Там оборотень какой-то. Где? На улице. И не один. Он, походу, не может зайти в пещеру. Да. Что-то меня тоже подлагивает. Это, наверное... И мне не нравится, что мы друг через друга пройти не можем. Блин, вот а чё... зашел. Он не зашел. Чё за лаги сейчас были? У тебя тоже лагает? Да. Так, нужно найти 3 огня, чтобы осветить путь. Ну, я фонарик поставил один. Ты один поставила, да, на входе? Я там один поставил. Нет, я на входе ничего не ставила. Да? Ну, там на входе один фонарик. А что лагает-то, блин? Подожди, может, надо это... поменьше графику все... Поменьше. Графику, да, поменьше сделать. ФПС тут поставить на 20. Может быть. Ща. А, ну, понятно, здесь разрешение. Ага, оно не меняется. А там borderless... Borderless поменяй. И оно поменяется. Но там разрешение нормально стоит. Блин, как сразу фигово стала пещера выглядеть на медиум. Я на хай поставил. У меня просто эпик все стоял, я на хай поставил. А, ну я поставлю сейчас на медиум и посмотрим. Не, у меня все равно лагает. Да, у меня тоже. Походу, серваки левые. Походу, да, игра не оптимизирована.
Так, у меня просто впереди темнота. А у нас нужен третий фонарик, чтобы пройти. А куда ставить нужно фонарик-то? Где вот, место? Подойди сюда. Видишь, когда подходишь к камню, там это загорается. А, все, вижу, да. Депозит. Ух ты, блин. Вот, так, это дымок. Где? А, он все, он исчез. Блин, ну у меня просто пролагивает. А вот еще один нужен. Еще Короче, один? Нужно идти в деревню искать фонарь. Искать еще один фонарь. У меня, кстати, в деревне не лагало. У меня лагает вот в пещере. Ну да, кстати, какая-то фигня вообще полная. А там нас на улице оборотень ждет. Ну мы его сейчас крестом забодаем. О, он загорелся. Все, kill and beast достижение. Слышу, бежит. О, они прикольно горят. Еще! Блин, да откуда их так много? Все, по-моему, еще не... КБДК идет. Еще, да. ТГДК, это Диоген. А че он... А, все. Я думала, с него надо что-то взять. Пойдем направо. Там пойдем, да, есть. Пойдем. Вот смотри, здесь не лагает. А в пещере вообще что-то как-то странно. Может, карта слишком большая и серваки не выводят? Может быть. Вот здесь какое-то дерево. Наверняка какое-нибудь мистическое. Или нет? Тут... А здесь какой-то человек почти. Я даже думала, кстати, что это статуя. А это не статуя. Так, мы здесь не залезем. А кто звонит в колокол... Можно прыгать? Кто звонит в колокола, если это покинутая деревня? Вот. Не, ну я же человека одного находил. О, еще один! А у нас сколько угодно заряда, да? Ага, здесь штук? Только крестов надо собрать, тогда можно будет зайти. Да. Понятно. Нам еще рано. А я могу корову поджарить вот эту? Что-то бежит! Пойдем, в общем, нам где-то в домах можно найти фонарь. Вот еще один бежит. Вот крест на двери, его можно снять? Сними, я подобрала тыкву. Я тоже подбирал тыкву. Демон. Блин, обидно, что игра подлагивает, потому что вообще в целом мне нравится. Тебе может хилку дать? А у меня есть. Нифига, он разговаривает теперь там. О, тут женщина. Женщина, здравствуйте, что случилось? Она мне дала этот медикамент. Что там творится? Да меня демоны атакуют всякие. Я тут хилок набрала. Тут вот в этом доме хилка есть еще одна. У меня есть в инвентаре одна так хилка. Так выпей, ты говоришь, что тебя почти убили. Так я не знаю, где хп, может меня не убили. Я нашла фонарь. Отлично, побежали туда, потому что... Бежали. Ты помнишь, как мы пришли? Да кто звонит? Нет. Кто-то бежит. Да блин, отвалите. Ну, мне пока все нравится. Кроме подлагов. Ну да, подлаги прям раздражают. Так, я у входа в пещеру. Я себе выставлю опять сеттингс на хай, потому что я так понимаю, что это не связано. Я бегу в пещеру. Давай. Сейчас опять будут лагать. Камон, не надо. Что за звук такой странный? Так, это может... ведьма смеется, вон она висит. А-а-а.
Так, цели обновлены. Sacrifice Chickens Ritual. Нужно 5 кур найти. Я так и знала, что надо будет кур искать. Вот как чувствовала. А я одну находил. Я тоже видела кур, только я же их не взяла. Нет, там мертвые есть. Так, тут можно, смотри, можно закинуть вещи, которые тебе не нужны. Медикаменты. Блин, а мед 2 места занимает в инвентаре? Нифига себе. Да. Че, пойдем искать мертвых? Пойдем искать кур. А почему мертвых-то? Их надо же в жертву принести, значит, они должны быть живые. А там вроде только мертвых подобрать можно, а не живых. Так, я, короче, скидываю мед, потому что я, скорее всего, не умру, а нужен инвентарь пустой. Всё, мы на самом легком играем, поэтому да. Да, я думаю, они мало дамажут. А вон там снизу в левом углу есть 2 полоски. Одна да, стамина, да, я давно уже заметила стамина, да, и хп. Блин, ну так обидно, что в пещере подлагивает, прям фу. Какое-то нескончаемое количество оборотней. Ну это чтобы это. Непонятно только, типа, в чем челлендж, потому что эти, ну, бесконечные же заряды. Ну да. Типа, ну, просто чтобы нас побесить. Ну, чтобы не отвлекался. Наоборот, чтобы отвлекался. Еще бесит колокола. Зачем они постоянно звонят? Может, это что-то символизирует? Пока не знаю. Типа оборотни вышли на охоту. Берегись. Там, чтобы эту церковь разблокировать, нужно слишком много всего сделать. Да, мне тоже интересно, типа... Это насколько... Блин, дымок. Насколько это реиграбельное? От него только бегать можно. От него только бегать, да. Вот кура. Блин, за ними бегать прям реально надо. Я поймал. Симулятор жизни в деревне. Я одну поймал. Это вот, которую я гнала на тебя? Не знаю, если корову принести вместо курицы, не засчитают? Как бы она в инвентарь не влезет. Корова более это. Ну, я ее так приведу. Да, вот крест. Блин, не слышу, оборотень бежит. Крест вот серебряный висит. Да уйди, скотина. И ты уйди, скотина. И ты уйди, скотина. Отрывать. Наверное, да, отрывать. Так, ну куры... Сначала 5 курей. 5 курей нашел? Нет, одну нашел, еще 4. А. Ну куры должны где-то типа на пастбище кукарекать. Ну да, логично. Так, вот, по-моему, кура. Я сейчас. Так, иди сюда. Так, есть одна. Если бы сейчас не вот этот подлаг, я бы сейчас вторую бы... 2 есть. А сколько нужно? Что-то горит. Дом горит. Нужно еще 2. Нужно же всего 4. Всего 5 написано же. А, этот дом не горит, это камин такой. Камин, да. Понятно. Всего 5? У меня 3, да, вот. И у тебя... Подожди, у меня сколько в инвентаре? У меня 3 куры, я 3 куры поймал. Оборотня бегут. Вижу. У тебя 1, значит еще 1. Да. Я просто ловец кур со стажем. Так, ну в кукурузных полях вряд ли куры. О, дымок! Слышу куру. Во, вижу. Ну в кукурузе не живут куры. Что за неправильная игра? Блин, ну я ее не вижу тут в кукурузе. Даже я... Стой! Все, я... Нет. Все, поймал, пойдем. Пойдем. Мне кажется, это немножко несерьезно, как бы. Блин, в игре про экзорцизм, да, тут деревня. А здесь карта какая-то есть? Люди пропадают. Кто-то бежит. Оборотня. Так, а как теперь вернуться? Я заблудилась. Ну вот идем. По вот дороге, сюда, наверное. Вот сюда идем. Бежит направо. Сзади. Я думаю, вот по дороге ты правильно идешь, скорее всего. Там еще сзади один. Какой неугомонный. Это типа должна быть реиграбельная игра. То есть, типа тут каждый раз такое. Тогда она нифига не реиграбельная.
Ну, посмотрим. Может, здесь каждый раз нужно что-то новое приносить? Меняют, да, типа не цыплят, а тыквы, я там еще видел, валяются. Тыквы, да, я подбирала тыкву. Блин, ну давай, оптимизейшн, камон. Я двух закинул. Что это такое летает? Привидение. Так, я получила ключ. Это мы освободили души, видимо. Ключ, так, господи, как громко. Ключ от мельницы. Пойдем на мельницу. Ты видел мельницу? А, на ней, наверное, да. Точка стоит. Блин, хорош лагать. Я видел, она там самый правый где-то там. Это вообще как же раздражает. Игра сама... Так, что случилось? Игра сама по себе-то норм. Выглядит красиво, все работает, все играется. Ну, пока лагает. Да, да, да. Причем вот почему-то в пещере у нее пик лагучести. Так, какая-то музычка такая пошла, грустноватая, эпичная. Летучая. Ой, там летает демон, ты видел? У него тело появилось, по-моему. Где? Да там, блин. Да и пофиг. Так, вот тут свеча нужна. Ну, сначала открой. Открыла. О, здравствуйте. Добрый вечер. Village Person. Вот, надо найти тыквы, чтобы скрафтить свечи на крафтовой скамейке. Так, у меня еще одна курица, кажется, есть. 2,5 кило. А сколько ей нужно этих? Понятно, пока у нас все свечи не закончатся. The people are losing hope. Some have decided to leave the village. Тут просто еще надо искать, короче, куда свечи ставить. Вот сюда нужно, да. И, видимо, когда приносишь свечку, можно забрать крест. Бежит. Сзади. О, вот он, демон, видишь, у него тело? Я думаю, если в мельницу зайти, то он не сможет зайти, потом убежит. Я думаю, да, но я уже убежала. Я жгу оборотней. Так, что нужны? Тыквы? Я взяла одну. Взяла еще одну. Так, 4 тыквы вмещаются в инвентарь. Я пойду сразу еще поищу. Олег, ты жив? Я жив, я пытаюсь скрафтить... вот все. Я скрафтил одну свечку. Молодец. Одна поставил? Тыква, одна свечка. Так, Old Traditions достижение. Да. И что тебе дали? Когда ставишь свечку, получаешь крест. Все, понял. И надо таких 7 штук. То есть нам нужно 7 тыкв. Блин, я одну тыкву отнесла в пещеру. Интересно, они здесь... О, свинюшка. Они здесь спавнятся рандомно? Или здесь ограниченное количество? Я думаю, да. Чё, я думаю, да. Так, вот тыква лежит. Пампкин. Requires garden snares? What does that mean? Блин, за мной демон гоняется. Я не хочу отпускать. Так, а как теперь, блин, найти... мельницу обратно. Она на самом краю находится. Так, вижу оборотня, он, видимо, к тебе бежит. За мной демон вечно бегает, и я не могу от него избавиться, он слишком быстрый. Сядь в дом. Потом возвращается. Короче, там, где приклеены кресты, туда нужно свечку. Да, туда нужно свечку.
Так, а как, подожди, как крафтить? Нажимаешь крафт, все. А как его потом перетащить? Инвентарь надо нажать. Так у меня инвентарь открыт. Нет, там где крафт, есть айтем, выбрать айтем и там забрать свечу. А, все. Все, спасибо, спасибо, леди. Так, я слышу, кто-то пыхтит рядом со мной. Ну, понятно, кто. Так, демон бежит. А-а-а! Да, блин. Демон, короче, это ультимейт босс. Ну да, он теперь еще тело приобрел, начал очень быстро летать и бесит. Так, все, я взяла крест. Я думаю, надо кресты как можно скорее идти и это. Блин, беги! Ой, я его... Я что, потратила серебряный крест? Серебряный крест их отгоняет, слышь? Тогда его лучше сзади демон. Он не используется, он не консюмабл. Так, свечку вижу. Крест. Нету места! Отвали! Так, еще нашла место, где крест. У меня не влезает больше в инвентарь, хотя у меня в инвентаре два места. Можно на стенку запихнуть. На какую стенку? У церкви. Я знаю, у меня больше не влезает, я хочу еще один взять. Он говорит, нету места. А, все, есть. Да блин, демон, отвали! Так, ну, поле... тут, получается, надо 8 крестов собрать. Insert, insert. Все, сейчас я... У меня, по-моему, еще есть... А, нет, у меня больше ничего нет? Подожди, а я забрала крест последний? У меня, по-моему, было 3 свечки, а крестов я 2. Почему-то взяла. Валите, твари. Нужно тыкву искать. Так, тыквы, короче, растут на тех же самых местах. Демон может в дом заходить. Вот тварь. Он меня сейчас так убьет в доме. Ну ты его тормозни крестом и все. А он меня зажал. И он, типа, ты бодиблок? Угу. А где ты? Какую-нибудь ракету выпусти в воздух. Фух, а, там я 5. Убежал. Там 5, оказывается, вот этот, который мед занимает 2 этих. Там 5. Блин, скотина! Там 5 единиц, короче, хила. Хилок. А, нормально. Где мельница? Я только что видела мельницу. Ты рядом с ней вообще была. Все, бегу. Мне кажется, я, короче, где-то поставила свечку, но не взяла крест. У меня есть хилка, если надо. У меня тоже есть. Ой, демон. Да блин, как же достали оборотни, просто невыносимо. Мне больше демон бесит, он начал быть быстрым. Ну это, видимо, потому что мы его... Да, ты в одном месте не забрала крест. Забрал? Да. Все, неси тогда. Так, тут свечка стоит, тут свечка стоит.
Здравствуйте. Так, где-то, видимо... Демон в обратку. Да, вижу. Где-то в глубине деревни, видимо, еще. Не знаю, надо пойти этот крест поставить. Ну, иди. Я так сейчас побегаю тут внутри. Посмотрю, что куда. Демон! Он очень быстрый стал. Мне кажется, он злится просто. Так, давай без лагов. Осталось еще два креста. Там демон. Да у меня тут, блин, оборотни. О, нашла один. Кайф, забрала. Надо найти. Еще один остался. Я здесь около эшафота, мне кажется, пробегаю уже. Не надо, отвали. Пошел вон. Изыди, уходи прочь. За карася. Я нашел еще один крест, но у меня нету этой. Я приду, куда? Блин, тут за мной демон. Да. Ну не лагай, пожалуйста, игра. Скажи, куда прийти, давай, ориентир. А, блин, а я не знаю. Я у эшафота стою. На кукурузном поле, где мы эту курицу ловили. Все, бегу, поняла. Сейчас за мной демон увязался, не хочет отпускать. Вот, ты вот посмотри налево, там я. Сейчас, у меня лаги. И куда идти? За мной. Вот сюда куда-то. Где? А, все, вижу. Ага. У меня нет места? Все. Я забрал, пойдем. Пойдем. Да отвали. Все, мы его застанили, бежим. Да, быстрее то. Он кастанул огненный шар. Фаербол? Так, Холи Чорч. Давай. Холи Ричел. Так, это что там? Что делает вот этот хрипящий звук? Пугает, наверное. Так, я зашла. Так, здесь какой-то чел стоит. Здравствуйте. Так, нам нужно... Да в чё вы мне в ухо там шепчете-то? Так, подожди. Нам нужны деревянные кресты повесить на три дома с чумой и потом сжечь эти дома с помощью факела. Ну, кресты вот. Я один взял, а как? Я тоже один взяла. Нифига себе, блин, он занимает место, конечно. Может, еще один? Три же креста. А у меня почему второй не влазит. Он не влазит, да. Наверное, там отметка какая-то стоит. А, вроде да. А, еще факелы еще есть. Я факел взяла. А где? Вот у мужчины. Мужчина раздает факелы. Вот на камине факел, и можно его поджечь. Блин, тут столько контента еще. Да хватит мне в ухо. Где ты? Кто ты мне говорит в ухо? Все, побежали. Я почему-то очень медленно теперь бегу. Перегружен. Поэтому надо не отходить друг от друга, чтобы демона можно было это...
законтрить? Отгонять. Ну да, то он не отгоняется. Он вон огненный стал, смотри. Ля, какой он быстрый. А как понять, какой этот, где нужен крест-то? Ну вот, желтый крест же горит. У меня ничего не горит. А у меня горит. Тогда я за тобой иду. Блин, мне кажется, это демон, короче, подлагивает игру. Он слишком красивый. Так, ну давай, я за тобой. Так он убежал, да? Да, он убежал. Там, мы очень медленно туда идем. Тут еще дождь, блин. Конечно, какая тут оптимизация. Дождь, блин, идет. Демон! Я его отгоняю. Все, он ушел. Что надо сделать? Факел? Так, мужики, пошли вон. Уходи, уходи, уходи прочь. Уходи прочь. За карася. А ты крест-то поставил? Я поджег. Не знаю. Мне кажется, нет, он же должен сгореть. Там вон, видишь, какая-то солома горит. Блин, тут есть заряд, походу, на крестах все-таки. Вот как эту солому поджечь? Вообще она как будто бы горит. Да блин, ну что они все сюда там, вот чего? Ну это да, это уже начинает раздражать просто. А как... Hold. Да блин. Он еле тащится. Вот, мне кажется, вот, смотри, горит. Все, подожгла. Оно начало это... Так, у тебя есть еще этот? Да блин! Не лагай, пожалуйста. У меня есть крест. Нет, куда идти? Нет, у меня не отмечено больше. Тогда давай пойдем и возьмем еще третий. Там, по-моему, не все еще подожжены. А. Ну давай. Надо, чтобы трещать начало. Я его отгоню, не отвлекайся. Отходим. Да я застряла. Перепрыгни в забор. Я не вижу куда, я горю. Все, побежали по кругу. У меня лагает все. У меня заряд закончился в кресте, помоги. Да я вот рядом помогаю. Пойдем отойдем в церковь. Пойдем в церковь, да. Мне надо похиляться. Какая напряженная игра. Ты взял крест? Да. Ну факел возьми тогда. Факел у меня есть. А он горит? Он горит, да. Я могу взять еще один просто деревянный крест. Давай я тебе выкину свой. Пойдем, у меня есть крест, все, пойдем. Все, хорошо, ладно, сейчас. Если на shift нажимать бегать, то быстрее передвигаешься. Да я знаю. Он на шифте очень медленный. Блин, у меня лагает просто жесть. Проще жить. Подожди, я что-нибудь попробую в себе тут покрутить, потому что, ну, невозможно. Ну, навряд ли это с графикой связано. Думаешь? Угу. Может, 30 FPS выставить? Ну, он типа, я, блин, ничего не делал, он лагает. Все, играем в 30 FPS, нормально.
Нет, все равно лагает. Я говорю, это не с этим связано, это игра просто сама ловушка. Так, ну ладно. Куда идти? Наверное, дом до конца допалить надо. А, он еще не доп... Угу. Так, демон вон стоит. О, блин, у, скотина, какой быстрый! Мне кажется, ты рано его отталкиваешь, нет? Не, пойдем обходим дом, отталкиваю и обходи. Он что-то уже, блин, и не уходит нифига. Ну да. Давай сюда, налево. Я бегу, бегу. А, все, вижу, 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 вижу. Сбегай, я пока тут поотбиваюсь. Да, если бы все так было просто. Так, ну все, по-моему, дом начал гореть, нет? Не знаю, пойдем его обойдем. Ну вон, смотри, там где-то... окна горят теперь. Ну, давай обойдем, может. Давай, обойдем. Демон вон летит. Давай, я демона отвлекаю, подожди. Я иду. Просто, короче, надо держать факел рядом с стеном. Все, я его на себя... Так, ну все, дом явно пылает. Ну теперь надо еще один найти. А как я найду, если у меня нету подсветки? Может, надо крест взять в руку? Hold. Блин, он такой огромный. Ничего, что-нибудь загорелось? Нет, ничего не загорелось. Может, они типа первый показали в качестве примера, остальные мы сами должны найти. Ну, так, вот я вижу. Вот. Так. Поджигай, Махмуд! Тут, в общем, один должен защищать, второй должен поджигать. Да, давай. Мне кажется, у нас... Мне кажется, у нас лагает примерно одинаково. Блин, ну невозможно, я не Надо знаю. Надо в дверь заходить. Отвали, демон. У тебя нет власти надо мной. Так, я, по-моему, ну все горит, вроде. Да, сейчас... меня демон убивает, я не могу ответить. Тебя убивают? Я его на себя... Боже, как громко! Ну, вроде вот этот звук громкий, это вот типа это. Я еще один нашел. Куда идти? А, подожди, у нас креста нет. Я поставил крест. Я на кукурузных полях. Слева от тебя. Бегу. Отгони их. Так, торч. Холд. Все, я бегу. Я подпаливаю. Я почти. Так, этот горит. Помогите!
Давай! Давай! Гори, блин! Гори! Как он убежал. Угу. Так, ну что, все, горит, разгорается вроде. Да. Так, цели обновлены. Если сейчас игра загрузится. Да блин, ну все, но она чем ближе к концу, тем она вообще просто невыносимо лагает. А, теперь можно демона убить. А какая цель-то? А, уничтожить его. Уничтожить крестами. А где он? Не знаю, он убежал от нас. Вот скотина. Пойдем искать. Охотимся теперь мы, да. Да. Вон он бегает, ага, ага. Ты там, наверное, демона уже убьешь, прежде чем у меня отвиснет. Ну где? Выходи, блин, демонюга вонючая. Это демоном как будто пленком, что ли? Да. Где он, блин? Убежал. Вон он, вот он, вот он! Что, все, игра закончилась? Нет, это лаг такой. А что, демон исчез? Я не понял. Я тоже не понял. Он, наверное, телепортировался. Вон он, скотина. Иди сюда, блин. Короче, все, я поняла, в демоне весь этот. Демон жрет все ФПС. Был где-то здесь. Вот он. Это происходит. У меня игра подвисает секунд на 5. Да, у меня тоже. Именно на демоне. На собаках не подвисает. Вон он побежал. О, мы прошли. В смысле прошли? Меня выкинуло, или мы прошли игру, значит. А, тебя выкинуло? Классно. А я одна уничтожаю демона теперь. Круто тебе. У тебя... Ну, я думаю, тебе надо через эскейп просто выходить, вот невозможно играть. Ладно, ну его. Ну и правильно. Дисконнект. Я не могу дисконнектиться от своей игры, я могу только сделать quit. Ну, короче, блин, мне игра понравилась на самом-то деле. Ну, да, она норм, но очень бесит. Но, типа, непонятно, в чем смысл. Ну, мы поняли, да, собирать кур, потом тыквы, потом поджигать. Типа, и что? Ну, это ж не наиграешь в это так... Ну, это, может быть, знаешь, как Бигфут, типа. В Бигфуте же тоже, ну, все примерно одинаковое. Да, да. Но в Бигфуте там хотя бы айтемы раскиданы рандомно. И, условно, тебе может сначала повезти, и ты там вытянешь, да, штурмовуху, и с ней бегаешь. А здесь-то вообще получается все линейно. И в чем тогда смысл? Ну, тут пока бегаешь, куриц найдешь, пока тыквы соберешь. Ну, это, типа, каждый раз ходить. Прям одно и то же. Ну, да, да. Какой-то, ну не знаю. Это типа, если это коп, логично, что это, ну, не одноразовая должна быть игрушка. Она пока выглядит одноразовой, как по мне. Вот, ну и оптимизация, конечно, жесть. Это какой-то очень сырой релиз. Ну там версия 1.3.1, то есть это уже это не первая. Ну да, да, она типа вышла, она ж вот в релизе уже. Это там не бета какая-то, это прям уже релиз. Можно покупать в Steam, все дела. Вот, и как бы вот такое, непонятно причем. Явно не в настройках дело, просто игра не это, не вытягивает. Грустная. Ну, такая вот игра, блин, надеюсь, вы смогли это досмотреть, несмотря на лаги, потому что в целом, если бы ничего не лагало, это была бы достойная игра.
Но с реиграбельностью, честно говоря, непонятно. Наверное, надо поиграть второй раз, чтобы узнать, изменилось ли там что-то, но это уже точно после того, как завезут немножко оптимизации. Спасибо всем, кто смотрел. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, если хотите поддержать канал. Ссылка на Dungeon Lords в описании под роликом, а также в шапке канала. Олег, пока-пока. Пока-пока.